Дорогие друзья, вы, наверное, уже слышали или читали, что я сдала положительные допинг-пробы. Это действительно так. Пробы, взятые у меня в феврале в Лос-Анджелесе, показали наличие мельдониума. Я сожалею, что вы узнали об этом не от меня лично. Кое-кто очень поторопился передать конфиденциальную информацию журналистам. Сожалею, что принесла негативные эмоции своим родным, друзьям, людям, компаниям, которые мне помогают, но прежде всего вам, моим болельщикам. Я профессиональная спортсменка и прекрасно осознаю, что я несу полную ответственность за все, что находится в моем организме. И сейчас я хочу сообщить несколько фактов, чтобы вы были в курсе происходящего. Первое. Я не получала никаких оповещений, что мельдоний с 1 января 2016 года включен в список запрещенных препаратов. Ни одного. Ни от российских, ни от международных организаций. Ни в электронном, ни в устном виде. Второе. Последний раз я принимала препарат Мелдронат, когда он был легальным и разрешенным. Принимала по медицинским показаниям. Применяла, внимательно прочитав инструкцию по применению. Каким образом следы мельдония могли оказаться в пробах, взятых спустя месяцы после завершения курса, сейчас анализируют эксперты. Третье. В моей спортивной биографии была история, когда я по собственной глупости пропустила 1,5 года. С тех пор я особенно внимательно контролирую все, что попадает в мой организм. И я даю гарантию, что все препараты, которые я принимала и принимаю, являются разрешенными. Я категорически отвергаю обвинения в применении допинга. В настоящее время мы готовимся к слушанию моего дела. Мы настроены добиться полного снятия обвинений и доказать, что я не нарушала антидопинговых правил. И еще, я продолжаю тренироваться с надеждой, что выступлю на Олимпийских играх в Рио.